Хейо, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем бродить игру по названию Mask of Mists. Mists of Mask. Хорошо, мы с вами запустили дождик, так сказать. Давайте вспоминать, искать, где у нас с вами находятся все. Подожди, может, тут один только торговец? А, нет. Ничего такого он не хочет мне продать. Так, ну по идее растения должны были потухнуть. Да, все отлично. Вот оно что. Мне нужно найти все маски и принести их сюда. Идем искать дальше другие цветы. Так, а вот вторые у нас цветочки были. Камень улучшения. Ага. Так, а сюда мы еще не ходили, да? Хворост. Ягодки. Это здесь совы? Если да, тогда мы сейчас с вами зажжем огонь. Найс. Ух! Стальной меч. Использовать. А, так я еще и пистолет не поменял. Так, а сколько у тебя? 2,4, 2... А, ну, не на очень нас так быстро увеличился. Но он стал тяжелее, типа. И скорость, наверное, упала. И вот так. Десять часов. Да пройду уже игру полностью. Да. Мне. Так, хворост. Черные пещеры. Погнали в пещеру. Блин, мне нужна либо кирка, либо типа того, чтобы в пещерах добыть ингредиенты. У нас ни того, ни того, в принципе. Вот, снова же. Уйти. Кислота стекает сюда откуда-то сверху. С помощью взрывчатки можно прорубить... Давай! Вопрос теперь... Откуда эта взрывчатка, вопрос? Ай, кустанул меня, зараза. Так, пещерный гриб. Сделаю еще потом одну взрывчатку. О, найс. Кирка. Можно использовать для добычи минералов. Изумрудное жило добыть. Изумруд. Драгоценный камень. Неплохо. Так, пули у нас до хера. Ну блин, я хочу для босса их оставить, если они тут вообще есть. А один лишь рубин я получаю. Маловато. Я, ну типа, живо, это значит там много всего. Игровая валюта. То есть давайте я поставлю на паузу. Так, куда это мне, подожди, приведет? А. Черт, вспоминай. Короче, я сюда ходил. Это мини... Вот сюда, да, мне нужно? Вот это пещеришь? Короче, ставлю паузу, ищу пещеру. Так, короче, пещера находится у нас около статуи.
который мы закрывали глаза. Вот там находится эта вот как раз пещера, в которой есть сейчас. Так, самфир мы добыли, нам осталось добыть рубин. Ставлю на паузу и отправляемся дальше в путешествие. Только я забыл, где я был. Черт. Ладно, вспомним. Мне по сути все равно нужно еще будет маски все собирать, потому что, скорее всего, из-за благодаря маске я что-то получу ценное, либо это будет дополнительная концовка. Потому что маска мне нужно будет по-любе. Ладно, поставлю паузу. Да, ну что, двор совиный. Вперед. Не, сойдет. Хорошо. Очередные пещеры. Так, летающих херобором. Ну снова, блин, зачем такие здоровые комнаты? Невзначай меня укусили. Масочки я по-любому буду пытаться найти всем. Так, ну по идее мы сейчас на другую сторону просто перепрыгнем. Главное попасть. Ну о чем я и говорил. Главное попасть. Хорошо. Хотя я могу по углу идти, и оно мне не попадет. Грибочки. Игра сохранена. Ого-го, а чё там так много врагов? Это я третий, да, поднял? Так, а это получается проход куда? А еще нужен один кубик, рубик. Да ну блин, ну что он не прыгает? Кривая игра. Так, еще одна маска. Игра сохранена. Теперь я понял, зачем здесь только сохранение, потому что здесь кривая распрыжка. Ох, ё-моё, тут лабиринты какие. Подожди, ну точно ничего нету?
решит. Хотя ладно, сразу кину там, где огонь горит. Хорошо. Активировать. Так, навигационный кристалл мы активировали. Теперь вопрос... Нет, не вернуться, потому что мне нужно еще маску забрать. Так, этот я квадратик с собой заберу. А вот этот использую. Пойдешь со мной. Мне кажется, он пригодится мне. Ладно, если не шифтовать, то в принципе можно пройти. Более-менее. Ну да, я правильно все сделал. Вот и маска. Теперь можно сюда выбираться. Хотя можно с другой стороны еще посмотреть, что здесь есть. Где еще была дверь закрыта? Или больше дверей не было закрытых? Так, ну да, я пришел сюда, здесь было закрыто, спустился сюда, там прошел, открыл рычаг, поднял все, сделал по красоте. Да, нужно выходить отсюда. Получается, сюда ради маски пришел. А где тогда мне? А, подожди. Может, мне теперь нужно посадить боб, так как идет дождь? Почему нет? Маску мы забрали. Маску забрали, кристалл активировали. А, в принципе, как-то так, да. Что у меня? Хворост, маска есть. Взрывчатку можно будет, в принципе, создать. Ага. Опа. Здрасте. Нихера себе. Куда они запрятали маску? Значит, мне все-таки нужно лазить, везде все искать. А то маску потеряю по пути. Так, ладно, погнали, я боб посажу. Ну, по крайней мере, попытаюсь посадить боб. Так, еще должен на два кристалла создать. О, да, нужен. Взаимодействует. Нужно было все-таки этот дождь запустить. Здесь нужно улучшение.
Здесь нужны синие маски. Предложите рубин. Волшебный меч. Так, Лепрекон готов продать вам свои товары. Зелье, 3 патрона, желтую статуэтку. И уйти. Меч магический. Ага, теперь нам нужно еще найти одну статуэточку. И нужно теперь не забывать про сов. Ой, не про сов, ну маски сов. Так, карта скелета. Это что, типа разводной мост? Ты думаешь, я понимаю, что это изображено? Если раньше было хотя бы немножко понятно, то здесь... Короче, около какого-то разрушенного моста внизу. А, это что место, где мы с вами пытались забаговать игру, точно. А, да? Ну, по идее, это вот это место. Чё, почему я должен взаимодействовать? Так, деталь механизма. Деталь для чего-то большего. Так, хорошо. О, нет. А если я упаду? Ладно, сойдет. Блин, теперь когда я узнал, что... А у нас... Ладно, пойдемте, я создам бомбу. Короче, я решил еще сюда вот вернуться, чтобы сломать вот эти двери. Маска, ягоды. Также я купил себе еще один зелье. Мне кажется, мы скоро уже просто будем бесконечно дышать. Но можно это даже не улучшать. Так, теперь нам... Опа. А, да? Просто так? Ну ладно. Взрывчатку, как вы видели, наверное, я тоже создал. Поэтому мы сейчас с вами подбежим и взорвем проходик. Ну, не проход, а стенку. Также нам нужно еще найти одну желтую сову. Совунью. Вот как раз и сова. Пули и проход. Ну, если нам предлагают сюда, давайте сразу сюда. Потом активируем и... Что у нас? В этой серии будет сразу три этих? Ладно, не три. В зависимости, как мы быстро все успеем сделать. А, чисто зашел подышать. Блин, а хотя, может, маски где-то спрятаны вдалеке, вот... Кто знает? А потом рост... Ой, стоп. Надо подышать. Патроны. Так, у нас патронов уже 30-ка. Справа. А, то есть, если я даже около него стою, он мне дамажит. Найс. Найс, придумали.
Типа он кусает, но он не попадает по моей модельке. Однако он мне все равно наносит урон. Хорошо, тут закрыто, сундук. Мои драгоценные камешки. Мне их 8 штук. Так, у меня аж магический. Да, магический меч использовался. Тут есть порядок. Ясно. Да, если бы у меня было мало бы дыхалки, в тот раз я бы мог и сдохнуть. Блин, ладно, мне придется спрыгнуть вниз. Ради маски нужно. Фу, напугал, скелетик. Ты что делаешь? Сделали бы в натуре какую-то, хоть более-менее такую прокачку. Мнимую. Просто, допустим, мы с вами прокачались, да? Ну, типа, уровень повысили. С врагов. Я должен поверить, что здесь никого нету. На такой здоровом пространстве, да? Нет, все-таки есть враги. Все-таки враги тут есть. Так, снова сохранение. Ну, здесь яд, поэтому понятно, почему здесь сохранение. Готово. Ну, обманчиваешь комнаты. Так, это я зашел сюда и вернулся. Нет, стоп. Мне нужно рычаг найти здесь. А, бля. Натуре. Надо где-то в дому можно маску спрятать. Или давайте в этой что ли серии сразу уже все сделаем. Не знаю. У нас, в принципе, открыто все. Две этих есть у нас. Птички. Две птички. Подожди, если зелья и патроны он снова продает, значит, это была не бесконечная вещь. Ой, блин.
стоять? Это сейф камень. Ну, не сейф, а этот. А подожди, а куда мне тогда идти? У нас еще не изучено кладбище осталось. И все. Нам нужно кладбище и больше ничего. Больше я не знаю, куда мне идти. Ладненько, давайте тогда, думаю, с вами на этом закончим. Следующую серию я попытаюсь что-то придумать, что нам делать, потому что нам еще нужно один запустить. Где-то. А вот где? Только кладбище. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.